сейчас. Войска 3-го Белорусского фронта 25 марта вели успешные бои по ликвидации группы войск противника на побережье залива Фришгаф. Немцы оказывают отчаянное сопротивление. Пленные показывают, что немецкое командование приняло ряд чрезвычайных мер для повышения боеспособности своих частей. Орудийные расчеты укомплектованы офицерами позади пехотных подразделений, расположенные эсэсовские заградительные отряды. Они расстреливают солдат за малейшую попытку отступить с занимаемых позиций. Севернее озера Балатон наши войска продолжали наступление. Советские части продвинулись вперед на 20 километров и завязали бои за город Варушлес. На подступах к городу противник сосредоточил крупные силы и оказывал упорное сопротивление. За 25 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 180 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 37 самолетов противника.